Всем привет, друзья, на канале Family. Вы меня попросили глянуть Скали Милана. Еще давно просили меня, давно я думал глянуть, не глянуть. Я честно не знаю. Ну и тут давайте глянем. Фит On My Neck, да, и фирмач Кит Кади. Получается, давайте глянем его. Если мне понравится, может еще глянем его песни, там какие у него есть. И альбом его, у него, может, тоже глянем. Ну давайте, если наберется хотя бы 20 лайков, то будет альбом у него по-любому. Ну и пишите свои комментарии обязательно. Погнали, Кит Кади. Хз, что это такое? Это Скали Милана, да? На телефоне обманываю людей, день и ночь, да, Кит Кади. Ты не болтолог, ты день и ночь на порнхайбе. Говорю хуйню на беде, дам рэп похабный. Хватит выполнить на меня, я дам тебе ща бахари. Один кабачей на альткоине, парень, я знаю твой рэп и правда. Это антоним, это не 5К в твоих руках. Для вышло дальтоники, бро говорит, надо быть популярным и делать тиктоники. Точнее, тиктоки. На моем телефоне трекер, знаю, когда рядом коп. Какой-то тип говорит, я его братик, парень, кто ты? Дайте кто-нибудь счетчик, не могу посчитать банкноты. Моя бывшая еще богатая, ёбаный рост, не обидно. Ведь я мог не фейн и жить по кайфу, как гнида. А у меня методов книга, где твои бабки, про которые ты говорил, да нет, не видно. В моих руках крупный рожок, не могу 3 дня, у меня еще подзалупный творожок. Бля, я не буду это говорить. Удаляй это нахуй, давай дальше. Прямо в кабинете у мента я покурил 2 грамма. Около меня вечно Lil Baby, бля, как Ганна. Lil Baby, как Ганна. А потом я уже в храме, у моей тёлки только 2 друга, Дольче и Габбана. Ооо, ебашу налегке, моя девушка хотела умереть, когда удалил ее везде. Убил типа в моей тачке и потом утопил ее в реке. Чё твой рэп, это не рядом, это где-то вдалеке. Кто там чё пиздел на пизду, как бы просто лузеры. Дал думать азиату, его глаза еще больше сузили. Четверка такая буй-буй-буй-буй в моем пузике. Все принципы как в старике, вы сами себя грузите. Я на кухне с моим броем и фасуем хуйню. Один пакет вот этому, другой пакет тому. Ты не рэпуешь то, чем жил, ты несешь хуйню. У меня пары как в центрах, я в них утону. Но я не пью алкаху, чел врубил свой трек. Я впервые услышал звук акахи в этой шайке. Разберем 50% бреда и страха. Чё они так хотят со мной факаться, наверное, одни до траха. Засунь хуй в чё-нибудь, если хочешь, чтобы он у тебя остался. Несу его в электронику, час лечил чела, что его рибу хуйня. Когда тонику скинул, тирок скинул бабок, нам покушать поклоннику. Дам, да я сплю на этих скучных челах. Моя девочка каталась на шадях, ща у неё болит суть тела. Тима белорусский ща оперил, завид на него закрыто дело. Сими пялил твою суку, я сначала думал, она так пела. Ух, ебать, дышать тяжело. Ты очень громко, как так, я не вижу эту флагу, но у него шалом. Спросил своего любимого рэпера за скилл, но ответ был скомком. И там на всём не было бы смысла, если бы я шутил Николка. Да я говнюк с детства, если бы я был другим, хуй бы я поднял тесто. В твоей суке столько пацанов, как тебе не тесно. Моя бывшая сегодня стала чья-то невеста. Ой, не ебаться с камеры. Ладно, из камеры. Я вас на братуха, не обнесу тебя, я знаю, мои дни через год обнял. Киевстонер. Киевстонер позвонил братуха, сейчас занят, мои дни через год, сука. Не, ну в целом, как бы очень прикольно, да, то есть они прям наваливают, и там панчи за панчем, там что-то там, блин, честно. Ну, чисто чтобы, ну, посмеяться и все. Ничего, то есть серьезного я в этом, ну, не нахожу, так сказать. Ну, это лично мое мнение, поэтому можете с ним согласиться, можете нет. Пишите, какие песни глянуть. И давайте 20 лайков, и ладно, и глянем мой альбом. То есть, ну, если вам так надо, да, то есть. Ну, я на самом деле с ним более подробно познакомлюсь, так сказать. В общем, как-то так, ребят. Неплохой трек, но я скажу, не мое. Ну, то есть, совсем не мое, вообще не мое. То есть. Я там привык слушать этого Экси там. Пусси Киллера, да, много кого-то, Маркула привык слушать, ну, как-то это как-то не мое. В общем, судить вам. Всем удачного настроения, подписывайтесь на канал обязательно и ставьте лайк. Всем пока, ребят.